Всем большой привет! Сегодня будем красить яйца в луковой шелухе с добавлением секретного ингредиента. На днях соседка рассказала, что нужно добавлять в отвар, чтобы яйца были красными. Метод окрашивания поражает своей простотой и приятно радует конечным результатом. Приятного просмотра! 30 граммов хорошо промытой луковой шелухи помещаем в кастрюлю. Вливаем туда 1,5 литра холодной воды, добавляем чайную ложку соли, размешиваем и закладываем яйца. Для чистоты эксперимента я возьму и белые, и коричневые. Ставим кастрюлю на огонь и добавляем 30 граммов мелко нарезанных, промытых от пыли вишневых веточек. Именно благодаря веточкам из вишни яйца получаются красивого красного цвета. С момента закипания варим яйца 10 минут. Даже за такое короткое время яйца хорошо окрашиваются. Как коричневые. Так и белые. Но чтобы получить более насыщенный цвет, я оставлю яйца в отваре на ночь. За это время изначально коричневые яйца стали темно-красными. Белые получились немного светлее. Достаем их на салфетку, даем высохнуть и смазываем для придания блеска подсолнечным маслом. Вот и все. Очень красивые ярко-красные пасхальные яйца готовы. С наступающим праздником Пасхи! Мира и добра! Если вам понравился этот способ окрашивания яиц, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.